Идут по дороге два товарища. Один другому говорит: «Давай перейдем на другую сторону, а то навстречу идут моя жена с моей любовницей». Тот пригляделся и говорит: «Да ты успокойся, это моя жена с моей любовницей». Сидят дед и внук. «Дед, а ты по молодости где сидел? В Одноклассниках или ВКонтакте?» «Я в обезьяннике сидел, за контакт с одноклассницей». «Алло, девушка, Колю позовите к телефону». «А кто его спрашивает?» «Его невеста». «Не могу, Коля сейчас немного не в себе». «Это почему?» «Потому что он сейчас немного во мне». В магазине кричит возмущенный посетитель: «Вы мне продадите товар, наконец!» «Мужчина, чего вы кричите? Товар, наконец, продают в аптеке напротив!» Сказала мужу: «Когда выйдешь из душа, поговорим о том, что я нашла у тебя в телефоне». Четвертый день моется. В женское общежитие ночью через окно забрался насильник. Под утро он плакал и просился к маме. В общественном туалете дед ковыряется в ширинке. «Во, блин! В молодости спрятать не мог, а сейчас найти не могу».